между 8 и 7 микрорайоном. 8 слева, 7 справа. Но нам надо 9. Мы сейчас переходим на правую сторону. Будем вести съемку 9 микрорайона снаружи. Сейчас это вот слева 7. Как обычно сюда. Светофор тормозит. Вот 7 микрорайон. Путь между 8 и 7. Сейчас мы будем 9 микрорайон направо заворачивать. Вот 9 микрорайон. Мы сделаем обзор его по кругу. Кто жил где-то микрорайон, вот его увидите. Там потом на перекрестке налево. С левой стороны 9 микрорайон. Я справа 7 не снимаю, потому что ничего не увидим. Тогда 9 мы и пропустим. Как-нибудь я тогда. А 7 я уже, по-моему, снимал. Здесь вот мы сейчас налево завернем. Вот и. Подъезжаем. Базар, как термин назывался раньше. Сейчас что-то даже вот этот перекресток тут дальше. 10 микрорайон. С правой стороны. Это вот рынок и термин. Был. Хотя сейчас тоже рынок. Тут название было. Вот, 9 микрорайон, он остается у нас слева. Я с собой не взял, к сожалению, этот конкретный дом. Там самое главное 9 микрорайон с левой стороны. Или прямо идет. А там где-нибудь потом въедем. Раньше номера на домах были, сейчас это. Вот тут вот номера на домах нет. Сейчас на юртах нету номеров. На юртах не нужны номера. Там даже были номера, но нет. С левой стороны 9 микрорайон. Юрта в номере не нуждается. Здесь вот мы находимся возле центра. А 9 слева. Улица Спутников. Сейчас вот мы подъезжаем. Улица Спутников. Такая ситуация тут. 9 микрорайон вот остается. Напротив 9 микрорайона раньше был базар. Раньше даже пустырь был. Потом базарчик был. Сейчас и базарчик. Ну, там есть. Поверни. Не едем. Там еще сейчас. Тут горелым пахнет. На улице?
А? У нас сейчас жара очень сильно. Вот все это 9-й микрорайон слева. Микрорайончики, так вот смотрите, ваш микрорайон 9. Вот этот вот базарчик. Остановка. А вот сам микрорайон. Вот где школа находится, там будет въехать. Спросить или спросить. Налево, ага. Направо такой вот. Дальше спутника продолжается. С правой стороны 8-й микрорайон, а 9-й. Остается 9-й с левой стороны. Очень много деревьев здесь. Едем, едем до... Откуда мы въехали, туда, туда и едем. А там спросим, где школа. И тогда уже точно попадем в школу. А вот мы спросим. Ну мы сейчас это туда, до перекрестка до того. Вот. Стоматология здесь с левой стороны, поликлиники разные. Вот мы с вами круг дали 9-го микрорайона. Откуда въехали, туда сейчас мы подъезжаем. Вот отсюда мы въехали. Да. Сюда же поворачиваем. А теперь, теперь школу спросим, тогда Виктор, да? Да, поворачиваем. И все. Ага. А там это 8-й, вот я сейчас камеру держу, это 8-й. Школу спросим, где, и в школу заедем. Уж извините, что адресовые дома я не смогу, потому что я не взял адрес. Здесь вот так вот машины. Так, мы уже по второму кругу идем. На 7-й будем снимать. Мы хотим узнать, где школа и доехать. Давай, давай. Вот 7-й. С правой стороны. 9-й мы уже приезжаем. Нам надо заехать, спросить школу. Проедем сюда. Здесь страшная грязь, мусор, ну это естественно. Микрорайон такая вот ситуация. Она... Сейчас здесь спросим. Вот мы въехали со стороны этих всех рынков внутрь. Каких домов, номеров я тоже даже не знаю. Нам надо узнать школу, где находится еще. Квартира или что? Угу. 36. Тут тупик, что ли? Как он там мальчика спросит? А может он там школа, забор, видишь, какая? Может как раз нам повезло? Детский сад. Вот мы выезжаем где-то, где-то с левой стороны 37-й дом. Вот. Ищем школу. Почти что наугад. Следующий надо взять. А на навигаторе бывает там школа написана? Есть. Сейчас надо задавать. Вот видите, как тут чисто у нас. Вторая. Тут вот знаете. Мой микрорайон. Можно, можно. Школа.
на микрорайоне движком, это интересно. Уже по второму кругу. Но я уже не девятый снимаю микрорайон, а десятый. Десятый микрорайон. Они школу вы знаете, а? Школу, школу 9 микрорайон. Школа 9 микрорайон. А тут можно, да? Спасибо. Вот нам объяснили школу. Номера домов там не видно. 50-й вот. Вот там 57-й. 56-й. Осторожно, здесь вот ребенок. Вот она школа. Ну, как раз этот забор и есть школа. Этот молодой парень не объяснял нам толку. Вот школа. А тут вообще развалюха тут. Это еще, наверное, современная. Царя коров. Похоже на гетто какие-то. Все. Все вот такое убогое, страшно. Вот это школа. Какая, не знаю. Кто тут жил, тот знает. Сейчас вот здесь я сойду, обзор сделаю. Вот школа. Вот как раз две школы. Вот там она. Вот школа мы доехали. Вот так вот, друзья, зеленки, как не просто, оказывается, просто приехать и снять. Вы сами убедились, я это на камеру снял. Это не очень-то просто. Вот я выхожу сейчас. В 9 микрорайоне школа. Вот. Там, наверное, детские сады были. Они сейчас, наверное, детские сады. А школа вот. Съемки делаю. Захожу на территорию. Номер школы не знаю. Тут ведется видеонаблюдение написано. Вот. Ну, сейчас занятия-то закончились. Вот такая ситуация. Кто учился в этой школе, можете посмотреть. Есть какие изменения или нет изменений. Вот там стадион. Вдали мы видим. Светофор, может быть, по этому светофору, наверное, правила дорожного движения. Вам, наверное, преподавал. Вот Кошкин Денис Дер. Это вход. Наверное. Тут красиво, тут вот эти устроили. Цветочки. Вот, друзья, вот ваша школа, где вы учились. Ну, внутрь я заходить не буду. Кстати, там все закрыто сейчас. Вот стадион там видно. Такая вот ситуация. И сказали, что здесь вроде как две школы. Две школы. Но я сейчас пока запись. Вот это вот 42-я школа. Я стою на стадионе 42-й школы. И оказывается, там вот мне пацаны подсказали. Это 42-я школа. А 47-я школа. 47-я школа, она рядом. Это вот стадион 42-й школы. А вот там он, 47-я школа, тоже со стороны стадиона я снимаю. Основное здание там дальше, за стадионом.
Я такой короткий обзор тут сделаю, чтобы вы видели.